В Балхаше с начала года зарегистрировано 4 беременности с несовершеннолетних девочек. В одном случае ребенок появился на свет, остальные закончились абортом. Как избежать нежелательной беременности, что нужно знать о половом созревании? Балхашским подросткам могут рассказать специалисты молодежного центра здоровья «Гибрат». Они принимают анонимно и бесплатно. За полгода с проблемами и вопросами к медикам обратились больше 100 подростков. В стенах центра им объяснили, что такое половое созревание, беременность, что такое контрацепции и какие виды предохранения существуют. Поделиться переживаниями молодые люди и девушки могут индивидуально. Ответы на вопросы и помощь квалифицированных медиков предоставляется анонимно. С 8 утра до 5 вечера разобраться в проблемах помогут координатор, психолог, юрист, а при необходимости уролог и гинеколог. Молодежный центр здоровья «Гибрат» работает при поликлинике по адресу улица Казбекова, 25. Также для молодежи работает круглосуточно телефон доверия 8-747-150-84-50. Эта служба у нас конфиденциальная, анонимная. Здесь у нас закрытая регистратура, поэтому наша цель не идентифицировать личность, а главное помочь по состоянию, зависимости, если нужна ли медицинская помощь, психологическая, социальная и так дальше.